Еще одна ученица Этери Тутберидзе. Сейчас будет кататься это Юлия Липницкая. Да, интересная очень девочка. Также из Екатеринбурга приехала. Да-да, она ее привезла из Екатеринбурга, вот тренирует. Очень интересная девочка с абсолютной растяжкой, с легким прыжком, такая, что хочет, то делает. Выиграла два этапа Кубка России и открытый чемпионат Москвы. Да, стоило посмотреть. Да, с такими огромными растяжками, да, с абсолютным на сегодняшний день, да, 180 легко. Очень хорошая девочка. Очень... Ей 12 лет. Да, ей 12 лет, она еще малышка, вот. Ей тоже нужно заняться базовым катанием, потому что она еще немножко пока ходит. А прыгает очень легко. Второй прыжок я ее в прошлом году еще видела на всех соревнованиях. Второй прыжок еще прыгает лучше, чем первый. То есть она может думать о том, что прыгает. Видите, абсолютный шаг. Такая растяжка в 12 лет еще реально. Что сохранится, да, потом. Это очень важно. У нее есть и то, и прыжок есть. Небольшой, но есть. И очень хорошая крутка. Вот. И обычно вот такая большая растяжка, она мешает нашим спортсменам прыгать. Перетянутые ноги. Ей пока ничего не мешает. Но вот само катание на зубцах и на передней части, оно, конечно, ей
мешает и будет мешать, потому что связки, за эти связки ставится именно базовая оценка. А так она молодец. И для 12 лет она вообще просто большой молодец. И Терри тоже большой молодец, что она работает, у нее есть группа, и она... У нее есть еще и мальчик, который вчера очень неплохо катался. Вот две катаются девочки. Работает очень серьезно. Ну вот на само катание, на скольжение нужно обратить особенное внимание. Потому что иначе это останется на всю жизнь, не будет иметь потом цены. Самое время, чтобы сейчас учиться, чтобы не переучиваться потом. Да, конечно. Задумались о количестве вращений, судьи? Что-то же считают. Здесь толчковые прыжки очень хорошие. Аксель прыгается без маха правой, сразу подкручивается она. Это будет проблема для 3,5, если она начнет его учить. 59-13. Ее результат. Результат очень хороший. Она занимает таким образом 5-е место сейчас. Даже обогнала Полину Агафонову на полбалла. Вот если бы я судила вот так, я бы Полине Агафоновой поставила больше, потому что у нее тоже была очень хорошая программа, она тоже все исполнила.